На территории второго корпуса 20-й гимназии установили детскую площадку. Зона для игр и занятий спортом на свежем воздухе появилась в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Все подробности у моих коллег. Играю, бегаю, прыгаю. Я очень рад, что такая площадка есть на территории нашей школы. В школу теперь не только за новыми знаниями, но и за развлечениями. Новая детская площадка объединяет в себе две функции. Здесь играют дети, которые посещают продленку, а также проходят занятия физкультурой в теплое время года. Размер площадки 180 квадратных метров, резиновое покрытие удобное, на котором заниматься. Она небольшая, но достаточно уютная. С учетом того, что у нас здесь раньше было просто поле, да, то на сегодняшний момент это очень нам помогает в нашей работе. У нас во всех школах есть спортивные объекты, есть спортивная инфраструктура. Но время же идет вперед, и понятно, что в школах вот с таким, будем говорить, резинотехническим покрытием у нас очень мало, мы только на этот путь ступаем. Ну а 20-я школа, куда вошла 9-я школа, она достаточно с историей, с определенным возрастом, как некое учреждение. Непонятно, здесь спортивная инфраструктура тоже есть, она, я бы сказал, она требует обновления. Инициатор строительства детской площадки во дворе гимназии – депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. На установку игровой и спортивной зоны из бюджета Подмосковья выделили 1 миллион рублей. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.